Сегодня педагоги детских оздоровительных лагерей Тюменской области подвели итоги своей работы. В рамках фестиваля «Дорога открытия» они представили новые методы и наработки. Победители объявят 28 августа, а в сентябре лучшие организаторы детского отдыха отправятся в Крым. Там они будут делиться опытом с коллегами со всей страны. Нами проведен в течение летнего сезона конкурс профессионального мастерства «Педагог добра». Это педагоги дополнительного образования соревновались между собой в своем профессионализме. Подведены итоги и прошел конкурс профессионального мастерства «Вожатых». За лето в лагерях Тюменской области отдохнули 14 тысяч детей. Сезон завершен еще не во всех учреждениях, но уже ведется подготовка к лету 2020 года.